Child-free – это люди, свободные от детей. Это ведь удивительно, что явление Child-free распространено среди людей, у которых все есть. Я считаю, что любое проявление того, что с нами происходит во взрослой жизни, надо искать в детстве. Я child-free. Мне очень повезло с родителями. У меня прекрасная семья. Это влияние Запада все-таки? Это тоже какие-то культурные, социальные вещи. Рожать ребенка, не рожать ребенка, в какой культуре рожать. Если до 40 лет дом не наполняется детскими голосами, он наполняется кошмарами. Ток-шоу «Золотая середина». Смотрите в пятницу вечером.